Аңғау телевидениях эфирінде башқұр тілінде әдірленген яңалықтар сығаралышы. Студияла Лиана Билалова хаумағағат. Башқұрт ихаталары республика программыға 2019 елді старт алып, бүгінгі күнде тұрмышқа оңышлы ашырыла. Өткен елді бұл программа сектерінде 4 ихата һәм 1 балалар ойын майдансығы түдіклендірілді. Өткен азынала түдіклендіру бойынса іштер бір реттен Яңауылдың 3 ихатахында башланды. Станцион, Юбилей һәм Худайбердин урамдарында. Подряд ойышмалары иске бордюрдарды хүтә башланы. Тиздән бұл урында яңалар қойылып, асфальт халынасақ, яңы эскемия һәм урамдар яқтырталасақ. Іштерді 30 сентябрға тиклем тамамларға планлаштыралар. Программу 2020 года вошло у нас 3 двора, это, повторяюсь, вот юбилейные дома 5, 6, 11, 7, 3, 1, вот 4, 4 на квартирных дома. Также по улице Станционной 10А, 10 и 12А, также вот и Худайбердина, Худайбердин 36, 42. Данные дворовые территории вот на момент инспектирования, они находились в ненадлежащем состоянии. Также жителям проводилось общее собрание, на котором были приняты решения о том, что эти дворы нуждаются в благоустройстве, находятся в плачевном состоянии. Сумма средств, направленная на благоустройство дворов, в текущем году составит свыше 21 миллиона рублей. На трех дворовых территориях у нас будут работать 3 подрядные организации. Микрорайон Юбилейный, вот дворовую территорию микрорайона Юбилейный будет благоустраивать у нас организация общества с ограниченной ответственностью Дорстандарт. Данная организация и в прошлом году тоже выполняла работы, то есть у них уже практика есть, опыт работы большой в данном направлении, качество тоже соответствует. Вот. Две остальные организации по станционной и по улице Худайбердина также у нас имеют опыт работы. По видам работ у нас здесь предусмотрено асфальтирование дворовых проездов, то есть тротуары будут обустроены, бордюрные камни, также будут обустроены детские игровые площадки с безопасным резиновым покрытием, освещение территории, информационные стенды. По аналогии с прошлым годом, вот те же работы будут проведены и на территориях 2020 года. Сауда нүктелері бойынса сираттағы административ комиссия рейді 5 июнь өтті. Район хакимияты милік мінен идарайту һәм хоқуқ хақла органдары комитеті вакилдары іш қуардарды санитар талаптарды мұтлақ өтеудәрін текшірді. Улар арахында битлік һәм бір сәтке режимі, антисептиктар болу, температура өлсәу, журналын алып бару һәм социаль дистанция өтеу. Әгер дә бұдыу ұсыраға асықланға комиссия протокол түзірге хоқуқла. После послабления с 12 мая 2020 года в отношении мероприятий по профилактике распространения коронавируса добавились еще дополнительные послабления с 1 июня 2020 года. Практически основная часть предпринимательского сообщества приступила к своей работе. Остались небольшие ограничения по хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории торговых центров. Там не могут продолжать работу фудкорты, то есть это пункты общественного питания. На территории торговых центров также не могут работать развлекательные учреждения. Несмотря на все эти послабления, контроль масочного режима, контроль соблюдение ограничений и правил хозяйствующими субъектами, он сохраняется. Мы на регулярной основе осуществляем проверку соблюдения правил региональных органов исполнительной власти торговыми объектами, индивидуальными предпринимателями. Все эти меры безопасности, которые регламентированы документами региональных органов исполнительной власти, направлены на то, чтобы защитить наше население от дальнейшего заражения. Сираттағы инвестиция сағаты район хакиметінде 4 июнь өтті. Район хакиметі башлығымынан ұстрашуға оның орын басардары, түрлі ведомство акелдері болып, ішқуардар Тимур Габдулхаев хам Дмитрий Уилданов келді. Олар біздің қалала белдәлі марка сілтәрінің тез тоқлану кебетін асырға планлаштыра. Инвест сағат қатнашысылары боласақ кафенің орынын хам дизайнын текшірділер. Ұстрашу дауымында инвест проекттардың тұрмышқа шыру этаптары өтеп айттылар. В настоящий момент вот,
пользуюсь инвест-часами, это вот где-то 22-й инвест-час, где лично я присутствую. Мы приходим в город и говорим, что мы хотим, а что мы хотим. Мы хотим инвестировать в город, сделав там красивое помещение, которое будет пользоваться там магнитом, будет служить, может быть, даже примером для местных предпринимателей, как надо делать. В городе Янаул мы планируем начать с одного объекта, с одного стрит-кафе, вот, и показать жителям города, кто мы такие. Соответственно, я уверен, что мы пойдем дальше, и порой жители начинают просить в социальных сетях, мы очень хорошо работаем в социальных сетях, они начинают просить, когда вы откроетесь вот в этом месте. На инвест-часе нас услышали, соответственно, мне очень понравилось, как он прошел, обсуждение всех вопросов, оно было замечательное. Я думаю, будет решение, и думаю, оно будет положительное, и в дальнейшем мы будем двигаться уже в совместное развитие. Өткен азнала лагерьдардың бірінсі сменалары башланды. Улар біте Яңауыл мәктептерінде ішлей. Балалар күнді ұсыраша, әмі әліге онлайн форматта. Оқытусылар программына балаларға қадықлы бұлқын үсін ентіклеп әдірлеген. Хар бір күн сағатлеп ятылған, ертен зарядқы өткәрілі артабан тематик дәрістер. Балалар хынлы сәнғаттың түрдәрімінен таныша алды. Башланғыс класстар оқытысығы Элина Бәдәмшіна дистанцион оқыту вақыты ісінде инде балаларменен ұшындай аралашу форматында үйренген. Динге дияры бойы дулқыны рәсімін түшірірге тілеусілер ады болманы. Мастер-класс динге дияры бойы шауында өтті. Сначала было немножко так, как бы странно, что онлайн и лагерь, как это все совместить. Но раз у нас учеба дистанционная была уже почти 2 месяца, это было, оказывается, не так страшно. Все, план работы разработали, придумали мероприятие и с детьми стали подключаться. У нас 3 подключения. Первое подключение получает это зарядка. Они выполняют зарядку с Эльвирой Заляфовной ежедневно. Потом у нас идет второе включение, это мастер-классы с разными педагогами. У нас задействованы и педагог из СЮТ у нас была Наталья Николаевна, и Гузель Мазгутовна музыкальные занятия у нас проводит. Арина Олеговна, молодой учитель, у нас тоже провела очень интересное занятие. И во второй половине дня у нас тоже идут развлекательные занятия. И обязательно каждый день мы даем задание какое-то детям. Допустим, в первый день это была самопрезентация. Тема второго дня у нас была «Своими руками». В этот день у нас был мастер-класс по изготовлению объемной игрушки. Потом они должны были придумать что-то полезное для дома, для огорода, для сада, то есть изобретение какое-то сделать. Очень интересные мысли были у детей, презентации они выложили очень интересные. Третий день у нас был связан с физкультурой и спортом. Этот день полностью провела у нас Эльвира Заляфовна. Она провела очень интересный мастер-класс по жонглированию гирями. Потом была встреча, интервью-встреча с ней. Она рассказала о своей жизни, как она пришла в спорт, чем занимается, каким спортом. То есть очень интересно было. Детям понравилось. А потом дети в этот же день выставили свои личные достижения. То есть мы провели конкурс «Минута славы», который назывался. И вот они все свои вот эти достижения выложили ВКонтакте в нашей группе, в группе лагеря. Икенсе июнь яңы фельдшер акушерлык пункты Игровка ауылына келді. Бүтәһе беренсе медико-санитар ярдам күрһәтеү системаһы үсеше региональ проекты сектәрендә. Ошо йылда беҙҙең районда тағы ла 7 модульлы фельдшер акушерлык пункты Әтлегәс, Асаудыбаш, Ваяды, Ишболды, Хандуғас һәм Шидек ауылдарында асылырға тейеш. Модульлы пункт көнкүреш каркас панельле конструкциялардан тора. Подряд ойышмалары эшселәре һүҙе буйынса конструкцияны йыйып ҡуйыуға 2-3 көн үтә. Мы очень рады этому событию. Почему? Потому что в деревне Игровка был до этого очень старый аварийный ФАП, который обслуживал население 2 населенных пунктов. Это деревня Игровка, 82 человека, и деревня Никольск, 111 человек. В данных деревнях проживают значительное количество пожилых граждан, также дети. Поэтому данное событие мы очень долго ждали. Сегодня, значит, первый этап. Пришли у нас, значит, техника, производится разгрузка. Завтра приедет другая бригада, уже модульный ФАП будет ставиться на место.
После того, как ФАБ будет поставлен, будут произведены работы по коммуникации. Это копка колодца Шамбо. ФАБ деревни Игровка обслуживает 193 человека. Здесь оказывается, значит, необходимая первая медицинская помощь. Также производится патронаж на дому и введение профилактической работы. Ресей қолануысылар құқықтарын көзәтеу қызметі талпандардың ғадәти болмаған қылықтары тұрағында ескерті. Қыш елі болу сәбәплі талпандар ерте оянып, әудім тұрмыш башлаған. Улардың әләгу хүдімтәхі болып талпан энцефалиті, талпан боррелиозы, анаплазмоз көк аурудар болырға мәмкен. Әлігі вақытта районда медик ярдам құрап, 100-ден ашу кіші мұражағат еткен. Улардың яртығы баласыға. Өткен елға қорғанда көбірек. Бұның себебі талпан қадалуы бойынса халықтың хақ болуы кәмеу. Если произошло присасывание клеща, необходимо его удалить правильно. Если нет такой возможности, можно обратиться в рабочие дни в поликлинику по месту жительства, выходные дни в приемный покой. Необходимо удалить клеща, место укуса обработать 70% спиртом и 5% настойкой йода и в дальнейшем отправить клеща на обследование. Это очень важно, потому что клещи могут, я как уже сказала, являться переносчиками как боррелиозов, так и энцефалита, а также микс инфекций. Поэтому для определения тактики дальнейшей профилактики этих клещевых инфекций необходимо обследование клеща. Вирусный клещевой энцефалит – это острое инфекционное заболевание, протекает с лихорадкой, с головной болью, с тошнотой, с рвотой и чаще всего с поражением нервной системы. При позднем обращении может быть также и летальные исходы, и инвалидизация пациентов. Заражение вирусным клещевым энцефалитом может происходить при присасывании клеща, а также при употреблении сырого козьего молока. Также имеются случаи заболевания энцефалитом даже не во время присасывания клеща, а когда клещ просто ползал по кожным покровам. То есть такие случаи тоже имеются. Эксодовый клещевой боррелиоз – это также острое инфекционное заболевание, передается также клещами, характеризуется поражением кожи при эритемных формах в виде покраснения на месте присасывания клеща, эритема более 5 см, также с поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы при отсутствии правильного профилактического лечения от боррелиоза и при позднем обращении. При боррелиозе также могут быть и безэритемные формы, поэтому пациент может и не знать о том, что заражен эксодовым клещевым боррелиозом. На сегодняшний день по статистике зараженность клещей боррелиозом достигает каждый пятый клещ заражен эксодовым клещевым боррелиозом. Каждый 30-й клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. То есть не все клещи заражены. И поэтому мы должны обследовать их и принимать правильные методы профилактики этих инфекций. Период активности клещей начинается с конца марта месяца на территории Республики Башкортостан и продолжается до конца сентября, начала октября месяца. На территории у нас циркулируют два вида клещей. Это лесной и таежный клещ, Ixodes ricinus и Ixodes perculcatus, которые являются переносчиками данных инфекций. Конечно же, наиболее пик активности присасывания клещей наблюдается с апреля по июнь месяц. Но, как я уже сказала, регистрируются единичные случаи обращения с присасыванием и в сентябре, и в октябре месяце. Основным методом профилактики вирусного клещевого энцефалита остается вакцинация от клещевого энцефалита. Вакцинация проводится согласно национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. То есть обязательной вакцинации подлежат лица, которые условия работы которых связаны с посещением лесных массивов. То есть это геологи, нефтяники, охотоведы. Также вакцинация может пройти любой обратившийся человек. На сегодняшний день увеличивается количество лиц с присасыванием клеща именно антропургические очаги, то есть лица, которые отмечают присасывание на территории своего жилища или на приусадебном участке.
начиная с периода активности клещей, в Янаульскую центральную районную больницу обратилось 133 человека с присасыванием клещей, из них 46 детей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается рост присасывания клещей. В 2019 году за этот период было обращение всего 99. Вакцинация проводится в рамках эпидпоказаний бесплатно. Также бесплатно может проводиться некоторым категориям лиц. По показаниям она проводится. Поэтому по всем вопросам вакцинации необходимо обращаться к своему участковому терапевту. Вакцинация должна начинаться где-то в январе-феврале месяце. Дальше делается ревакцинация однократная через полтора месяца. И через год первичная ревакцинация для получения стойкого иммунитета против клещевого энцефалита на протяжении 5 лет. Также необходимо помнить о посещении леса про неспецифические методы профилактики. Это соответствующая одежда светлых тонов. Это, конечно же, использование репеллентов, средств, которые отпугивают клещей. И, как я уже сказала, если произошло присасывание, вовремя необходимо обратиться за медицинской помощью. Также после присасывания клеща, если клещ оказался положительный, должна проводиться серопрофилактика. По этим всем вопросам тоже необходимо обратиться либо же к терапевту, либо же в кабинет инфекционных заболеваний. Серопрофилактика или введение противоклещевого иммуноглобулина детям до 14 лет после присасывания клеща проводится бесплатно. 13-14 июнь финанс білімді үстеруге һәм халықтың финанс грамоталығы кимәлін күтәруге булышлық иту проекты сектәрендә или біздің түрлі түбәктәрендә ғайлә финанс фестивалі үтәсәк. Әгәр дә элек ул асық майдансықтарда үтһә, ошы йылды ул онлайн форматта ойыштыралсақ. Тулыхынса уның тұрағында финанс идаралығы баш білгесі Валентина Шестакова һөйләп үтәсәк. В течение двух дней запланировано проведение более 50 мероприятий разных форматов, в которых примут участие более 80 финансовых экспертов и спикеров. Программа семейного финансового фестиваля рассчитана на различные возрастные категории. Младшие участники смогут посмотреть мультфильмы и раскрасить финансовых героев, сделать поделки на финансовую тематику, поговорить о деньгах на английском языке. Для взрослых участников будут организованы лекции экспертов по финансовой грамотности и индивидуальные консультации по вопросам финансового планирования. Также предусмотрена программа для подростков. Участие в фестивале бесплатное, индивидуальное или в команде. Команда должна состоять не более 5 человек. Подключившись к трансляции, можно будет узнать, как оптимизировать личный и семейный бюджет, снизить кредитную нагрузку и получить социальную помощь от государства. Кроме того, финансовые эксперты расскажут участникам, какие инструменты выбрать для сохранения сбережений и как создать антикризисный финансовый план. Обязательная предварительная регистрация на сайте уже открыта. Подключайтесь к финансовому субботнику. Ушыным мінен яңалықтардың бүгінгі сығаралышы тамам. Алда хэдэ хау тұрышы кіте. Хау болығыз. Тугадансы июнь күнді яңауылда хава тұрышы аязлы болытлы яуым түшімхіз болуы күтілі. Ел күн якын сұғыштан 1-3 метр секундына. Атмосфера басымы 757 миллиметр. Хава температура түнде плюс 14 плюс 16, күнді плюс 26 плюс 27 градус. Республикалық әдеттен тұш халдар министрлығы мағлуматтары бойынса аязлы болытлы башлыса яуым түшімхіз болуы күтілі. Ел тұрықы талғын күн яқ күн сұғыш, күн сұғыштан 7-12 метр секундына. Хауа температура түнде плюс 11, плюс 16, урнымнен плюс 6, плюс 11 градус. Күндед плюс 25, плюс 30 градус. Внимание!
внимание! В аптеках «Фармленд» феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с «Фармлендом». Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент, умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования: высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знание татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Территориальная избирательная комиссия Янаульского района сообщает о режиме работы в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С 5 по 29 июня включительно в рабочие дни, с 10 до 20 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Выходные и праздничные дни с 10 до 14 без перерыва. 24 июня с 16 до 20 часов, 30 июня с 9 до 14 часов. Участковые избирательные комиссии работают с 16 по 29 июня включительно. В рабочие дни с 10 до 20 часов, выходные и праздничные дни с 10 до 14. 24, 25, 26 и 29 июня с 16 до 20 часов. 30 июня с 9 до 14 часов. 13 и 14 июня Министерство финансов Российской Федерации проводит семейный финансовый фестиваль в онлайн-режиме. Вы узнаете, как оптимизировать личные и семейные бюджеты, снизить кредитную нагрузку, получить социальную помощь от государства. Участие в фестивале бесплатное. Обязательно предварительная регистрация на сайте www.familymoneyfest.ru. Вопросы отправляйте по почте info@familymoneyfest.ru. Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит лес и наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись, не поджигай сухую траву.